организаторам и участникам международной конференции «Христианское осмысление проблемы беженства в свете актуальной реальности». ...22-й международной конференции «Христианское складывание проблемы избегличества в свете актуальной стварности». Приветствую организаторов и участников 22-й международной конференции «Христианское осмысление проблемы беженства в свете актуальной реальности». Поздравляю организаторы и участники 22-й международной конференции «Христианское схватывание проблемы избегличества в свете актуальной стварности». В современном мире проблема беженства затрагивает все страны и каждого человека, становится важнейшим пунктом международной политической и гуманитарной повестки. Проблема избегличества дотичи светлежа и сватнужа. И постоя вело важна тачка международной политической и гуманитарной оповедки. Эффективные решения в этой сфере требуют совместных усилий политиков и бизнесменов, общественных и религиозных деятелей, представителей науки и культуры. За эффективные отлуки потребны сузаяднички напори политичан и бизнесменов, душственных и религиозных поставлений, представителей науки и культуры. Международный фонд единства православных народов вносит большой вклад в организацию такого диалога. Международный фонд единства православных народов дает великий доклад в организации такого диалога. Уверен, нынешняя дискуссия будет носить продуктивный характер, поможет дать цивилизационный ответ на один из сложнейших вызовов 21 века. Желаю вам успешной работы. Сергей Евгеньевич Нарышкин. Сигурно, значит, да, наши дискуссии имеют и продуктивный характер. Дачи помощь для всегда цивилизованных отдыха, на едином наисложенный и заодно 20 процентов. Желаю вам успешных работ. Сергей Евгеньевич Нарышкин.